Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Detol, и мы продолжаем играть в мини-титанов. Ребята, всем привет, у нас мини-титаны, мы продолжаем наши захватывающие бои в Лиге Справедливости. Ребята, прокачиваем для борьбы в турнире в новом. У меня есть предложение, так как нам нужно будет сразиться с мальчиком и нам нужны фигурки из 80-х, нужно кого-то прокачать. Да, ребята, мы все-таки хотим выполнить задание, где нужно победить надоедливого ребенка, и поэтому мы выбираем сейчас вместо наших фигурок, которые мы сейчас прокачиваем, фигурки из 80-х. Так, а кто у нас есть вообще из 80-х? Смотри, сколько у нас... Ух ты, ничего себе. Starfire, а? Starfire. Сколько у нас Starfire-то, а? Давай их продадим, они нам все равно не нужны. Да, все равно использовать мы не будем. А, ох, и пчелок у нас сколько, а? Да, пчелок накопилось тоже, видишь, бесплатный. Ой, ничего себе, пчелки можно продавать. Так. Выгодно. Кто у нас еще? О, у нас есть еще силки, да, вот, два их. Слушай, ну давай не будем продавать силки, что-то говорят ребята, что он мощный. Да? На всякий случай, может быть, и протюним его попозже немножко. Так, нам нужны из 80-х фигурки. Вот, по-моему, есть бейсбой из 80-х. Хорошо, давай выбирай его. Возьмем. Да. Вместо кого мы возьмем-то? Ну, вместо, наверное, Жука, Крока и Джокера. Или ты хочешь вместо Рейна? Не, хочу кого-нибудь одного. Давай сейчас пока что уберем. Одного прокачивай, давай сразу всех троих. Начнем сразу всех троих. Что, они-то будут качаться же, когда мы сражаемся, они же тоже качаются. Но все равно не так сильно. Не так сильно, но... Да, только три основных персонажа, которые участвуют в бою, на 1000 прокачиваются. Нужно вообще посмотреть у этого мальчика, какого уровня. Возможно, нам будет достаточно... Давай еще одного 80-го возьмем. Надо посмотреть вообще, кто у нас еще есть 80-го. Ну, Робин у нас точно есть 80-х. И Киборг есть 80-х. Вот он, так. Киборг, кстати, посмотри, вот этот, который белый. О, Киборг из 80-х. Вместо кого его возьмем сейчас? Давай вместо Рейвен возьмем. Ну давай, да. Ну давай тогда Рейвен, Робина и кого мы сейчас? И Киборга, да, мы удалили. Да, и возьмем, уберем еще... Робина. Ну а как без Робина? Если сейчас будет рандомно, да, да, да. Как мы без него будем? Да, согласен. Давай Крок уберем и будем... Ну давай, да. Прокачу сейчас, кого-то еще возьмем. Так, кто у нас из 80-х? Робина надо взять из 80-х. Это Липкий Джо нет, Санта-Клаус нет, Бистбой... Слушай, а кто у нас еще из 80-х? Робин должен быть. Спиди. Вон, посмотри. А, вот Робин из 80-х. Да. Все, вот у нас команда, оказывается, есть из 80-х. И мы готовы... А мы взяли Робина, да? Да, все взяли. Отлично. Ну что, ребята, попробуем слабенькими фигурками, прокачаем их хотя бы там, ну не знаю, левака до пятого. Главное, чтобы рандомно сейчас не выпало. Так, вот фабрика нас... смеха. Так, у нас будут кусачки, нам надо едать. Кого мы берем? Давай всех из 80-х берем. Да мы не справимся, они 12-11 левел, как мы справимся? О, ничего себе. Ну, Джокера давай возьмем, например, так, и Джокер один вынесет их всех. Вынесет. Справится, да, думаешь? Да, я думаю, справится. Ну ладно, хорошо, еще на поддержку есть хоть какой-то дамаг они смогут нанести, я надеюсь. Согласен. Фух, 3, 2, 1, и мы готовы в бой. Джокер, тем более, у нас лечит всех. Да. Ну, кстати Понеслась. Говоря, не такие мощные противники, поэтому я думаю, что мы справимся. У нас, кстати говоря, здесь тоже кусачки, да? У нас сейчас выпали рандомно кусачки. Да, еще рандомные кусачки выпали, так что всех будут кусать. Но они на самом деле нам не к месту, потому что они могут сбивать нас способность. Опа, музычку поставила себе, да? Да, чтобы быстрее накапливался у нее заряд, но... Слушай, ну мы ее окружили кусачками, ей это не поможет. Это и вот точно. Эта мощность тоже Я ей бы сейчас поможет. Взял бы бейсбой, на всякий случай, мало ли, и тофу поубиваем, да? Слушай, там давай, просто да. Какой-то разнос, мне кажется, идет. Да, второй персонаж уже полностью. Опа, нам... Их... Что, он батарейку сделал? Да, опа, смотри, мы сейчас... Отмена воздействия. Шикарно. Ой, ребята, уже... Слушай, просто уже да. Двоих нет, а что за способность? Диско! Шко! О, скорость вот шкалы, круто. А давай посмотрим, что у нас может... А, вот, Киборг тоже скорость шкалы, да? Да, тоже у него есть ускорение шкалы, но можно пострелять немножко. Бэм! Отлично, 7 дамага мы нанесли, ребята. Слушай, надо выбирать, наверное, Джокера и кусачек понакидать. Да, я тоже так думаю, и этим мы сейчас и займемся. А то что-то у нас как-то вяленько там дамаг наносится. Не тот, который нас устраивает. О, отмена воздействия, кстати, хорошо. Пока мы не кинули кусачки, она сделала отмену воздействия. Да, так. А, слушай, пропали кусачки куда-то. Ух ты, 16. Да нет, почему? Летает, все летает. Так, надо немножко... А, у нас она тоже накапливается. Забыл.
Ну, давайте, кусачки. Нужно работать, ребятушки-ребятишки. Да, ребята, надо прокачивать наших 80-х фигурок. Чтобы выполнить задание. Смотри, что это? Ах ты, слушай, мощно. Дамаг нехило такой наносит. Ну-ка, что наши фигурки, там, кусачки не отнимают так много хелсов у нее? Ну, ничего страшного, я думаю, все равно сейчас мы справимся. Опа-па. Отмена воздействия. Все кусачки наши. Ладно, она мне надоела, мы сейчас накопим огромный этот молоточек и вынесем ее с одного удара. Да, ребята, выносим. Привет, мамочка. Бам! Бум, 47. Вот это дамаг. Вот это у нас, конечно, ух ты ж, смотри, как хорошо, а? Уже уровень сразу следующий. Да, уже хорошо, уже подняли. Чуть-чуть даже проблем. У Джокера уровень новый. Что мы ему поднимем-то? Ну что ж, здоровье, наверное, да, Джокеру? Но везение не есть, уклонение мы не повышаем, да, здоровье? Здоровье, пусть будет здоровеньким наш Джокер. Слушай, ну везение на 30-ку у него очень хорошо прокачано. О, плюс к скорости заполнения шкалы. Танец какой-то появился. Ну вот это танец, третья способность получается. Ага. У киборга. На третьем уровне же третья способность открывается. Great job! Ну, конечно, great job. Как по-другому, ребят. Да, ребятки, круто. Ну что, сразимся еще раз? Да, еще сражаемся, еще прокачиваем, готовим наших фигур к битве. К битве. Да, шикарно. Так, и дискотека. Опа, дискотека. Повышенная шкала у нас. Заполнение. Так, и берем... Слушай, а давай возьмем этого. Робина. Да, давай Робина возьмем. Как он вообще? Что он? Мне кажется, у него такие же способности, как и у обычного Робина. Ну, приблизительно. Да, приблизительно, да. Мы, кажется, уже смотрели его. Может быть, я уже не помню. Мы уже столько играем. Да, ребята. Ну что, ой, какая быстрая шкала у нас. Ну, это ж вообще силки танцуют какой-то черненький у нас. Из мультивселенной, по всей видимости. И ему сейчас достанется, а же кух же прилетает. Ух, плюс силки, кажется, сейчас у нас уже пойдет отдыхать. Да, да, все минус силки. Минус силки, ребята. Можно сейчас накопить огромный молот. Ой, там три удачи было. Ой-ой-ой. Ой, блин, минус еще один. Ребята, что-то. Это просто какой-то разнос, мне кажется. Сейчас еще молот и все. Да, офигеть. Вот это был шустрый бой, ребята. 31 и все. Вот это да! Вот это Джокер! Это ай, молодец! О, два уровня у нас сразу. У Бейсбоя из 80-х и у Робина. Так, Бейсбой из 80-х. Что мы ему? Здоровье, да, наверное, вкачаем? Да, давай, здоровье вкачиваем. Отлично, здоровье мы ему вкачали. И у Робина. Мы у Робина так и не посмотрели способности его. А у него как раз откроется сейчас. Героическая поза у него появилась. Увеличение мощности, кстати говоря. Неплохо. У кого у нас увеличение мощности? У Робина тоже, да? Да, у Робина тоже есть. Ну да, приблизительно одинаковые у них способности. Хорошо, great job, все отлично. Еще 50, скоро мы и достигнем нового... Да, как раз сейчас еще один бой, и у нас будет новая фигурка, ребята. Лига справедливости — это очень хороший, скажем так, место для хорошее прокачки. Место, да, для прокачки. Вафли у нас, заблокированы будут способности. Я надеюсь, так, ой-ой-ой, тихо. А давай возьмем, а не, мы не справимся. Конечно, не справимся, ну что там, 8 и 12, конечно, нет. Нам нужен какой-то просто мега-мега сильный герой. Например, Джокер. Джокер, да, ребята, Джокер крут, кто бы что ни говорил. Ой, у нас заблокирован последний способ. Ай-яй-яй, кусачки заблокировали. И что мы теперь делать будем? Давай Робина возьмем, посмотрим, что Робин умеет. Да, увеличим... А, мощность. Вот здесь мы как раз можем увеличить мощность. Да. И... Опа, дымовуха. А что за дымовуха, кстати говоря? Дымовая бомба создает временную дымовую завесу, повышающую вероятность уклонения. На самом деле это так да, себе. Да, как бредовенько немножко. Так, опа. Ой, сырочек выкинул у нас. Чем попробуем 11 дамаг нанести, как ты думаешь? Слушай, я бы Джокера взял и 30-ку бы сразу нанес. Ну, у него 11 осталось силки. В принципе, какая нам разница, кто будет дамажить? Бам! Слушай, такая серия ударов. Вот прикольно. Это да. Так, монеточки собираем. Так, выбирай другого, то сейчас вынесут у нас. Конечно. Так, хотя бы одну кусачку запустим. Я думаю, даже не одну. Слушай, и вафля на последний у нас. У него вафля, и поэтому... Нам хорошо, сейчас его кусачки наши просто разнесут. Ребята, против кусачек нет никакого приема. Мы сейчас еще Джокера накопим, ребята, на Джокера или где-нибудь он нам выпадет. Да, и прокачаем да, его. Да, парочку бы нам. Парочку, кажется, да, надо, чтобы да, прокачать? Да, чтобы кусачки были на новом уровне вообще. Да, чтобы они еще больше дамага наносили, плюс еще чип у нас, ребята, просто мега разнос.
Да, Джокер силен. Повысили уровень, отлично, у тех персонажей, которых нам нужно. Так, Киборг из 80-х. И мы поднимем, наверное... Здоровье, смотри, здоровье у него совсем мощно, мало, да? 10, кстати говоря, очень крутой Киборг. Мощный? Ты видел, он изначально уже... Здоровяк, да? Да. Так, ну что, мы, наверное, мощь-то да, нужно поднять хоть немножко. Давай, да, мощь поднимем. Чтоб дамаг-то хоть какой-то наносил-то наш Робин. Конечно, согласен, это, конечно, это не Джокер, но все равно. Ну что ж, так, ребята, и... сейчас откроем нашу фигурку. Кто нам выпадет? Мы на 14-м уже разве. Опять пчела справедливости. Да зачем нам столько их много? Мы и так их продаем уже, не знаем, куда девать. Да. Ну что ж, ребятки, 14-й разряд. О, у нас следующая будет золотая, нет? Да, следующая золотую. Следующую мы получим шикарно, может, нам карточку выпадет Джокер, ребята. Ну что же, спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующих видео. Всем спасибо, пока. Пока.